Если при запуске некоторых игр возникает ошибка Cancelled Network, нужно зайти в сервисное меню с помощью клавиши E, F2 или 6, в зависимости от эмулятора. Навигация по меню осуществляется клавишей Q, F1 или 5, а подтверждение той же клавишей, которой вызывали меню. Для Sega Model 3 нужно зайти в Game Assignments, а для Model 2 в Game System и поменять Link ID на Single. После этого нужно выйти из сервисного меню, и игра будет работать без ошибки.